конкурс дети читают стихи. Меня зовут Левин Егор, мне 6 лет. И живу я в городе Сурск, Пензенская область. Стихотворение называется «Обида». Автор Маштовская. Я маму мою обидел, теперь никогда-никогда мы из дома вместе не выйдем, не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет, и я ей не помашу. Она ничего не расскажет, и я ей не расскажу. Возьму я мешок за плечи, я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепче, уйду, уйду я в тайгу. И буду ходить по следу, и буду искать руду. И через бурную реку строить мосты пойду. И буду я главным начальник, и буду я с бородой. И буду всегда печальный и молчаливый такой. Вот будет вечер зимний, вот пройдет много лет, и в самолете.